Пойду за Рашу. А там нет. Там все равно одни КВ-2. Бля, там пиздец, там дикого 2, Шерман, Хелкат, 152, блядь. Мне показалось... А, ты, кстати, точку мне не скинул, видел? Да, я тебе ее скинуть не собирался, я тебя просто чуть не перевернул. Это хуйня. Еще и легче, чем Сентинель, серьезно. Ебать, 1300 урона. Хорошо, если Сентинель это дерьмо сделан из картона, то объясните еще раз, где оно вот это зовут. Спиздники. Пинопиздаста или что? Почему спинопиздаста? Пинопиздаста. А, у меня, блядь, это сам, я вообще... Мне тоже показал. Это какой-то хейт так сильно. Да хули, блядь, вот просто зачем он это сейчас сделал? Зачем? Объясни. Вот хули так точно, блядь, нихуя. У меня это... Нам сейчас в очко заедут, Саша. А нам уже в очки. РПТ. Ты видишь мою ХП, блядь? Нет. У меня хватит только на ванта. Да ты пидрас, блядь, ты видел, я только тронулся, он тупо сразу поехал, блядь. Соси, 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 соси. Хуя ты бодрый, блядь. Ты, ну по факту заслуженно, потому что ты мне прям жизни хуй заюзал. Ну, бля, зато я сам. Вот это херня. Ну, я потом отомстил за твою жизнь. Шакиш. Убил тайгера. Но он меня практически разгибал, видел? У него такая крышечка маленькая, блядь. Еще своими выстрелами он еще раз качивал. Жапецкий гусь побился. Мне правда бы это. Да, не назвал бы это поехали. Да. Я говорю, мне бы как-то газу добавить. Чтобы угнаться за тобой, надо спиды идти. Не, ну 215 на пятом уровне, конечно, неплохо. Нормально. Но мародер, конечно, помощнее. Поле не побито. Это всяко лучше, чем вот так, как я. Чё, ну, не заезжающая там? Готов. Саш, аккуратно, мы еще можем заспать. Можем. Поехали, вот там 7 валяется. А он тут даже гасит кого-то. Ты все обнял. Моя укладочка наебнулась. Готов. Нам бы слева вот разобраться, там КВ-1. Там еще Y5 катается. Я тут не попал. Там, правда, спиды есть. Вот М4, мне... Слышь, Y5 это 4, наверное. Не сос. Я об него хуяю. Сос. Ну я с очка его, с очка. Да откуда-нибудь уже гасани. А что там мне Лео в очко зажимает? М4 я заберу. Помоги слева. Там трактор мешает. Нет, пробитые. Пехвот контужен. Как Валера, ты не разъебешь. А, ну может... Гусеница сбита, снижение невозможно. Что, у него башня сломала? Куда он там забежал? Спрашивал? Ходу можно достать. Противник уничтожен. О, рассеянная! Рассеянная! У-у-у! Альты в ди... У тебя есть какая-то рана? Лобаны! Танк уничтожен. Поехали налево, блядь, налево! Куда он там провалился-то? Да поебали, заебали! Я, блядь, тут паркую, блядь, а у меня застилили. Паркурю?
куда так, блядь, раскочегарил, слушай? Очаковская, блядь. САС? Не, куда поехали? Потому что у меня очко не опускается, Дмитрий. Он рассчитывал на то, что у меня не опустится, шарик. Даже я выиграл, но то пока пока. А, мы еще и выиграли. Я даже Фердинанда убить не успел. Я там, блядь, с такой скоростью я хуй куда успею, правда. Не поспоришь. А мне больше опыта, дроли. Сука, какой... Охуенный для нас. Вот оттуда, просто с той стороны карты, мне всю кпшку увидится. Так ты видишь, кто там остался, Саша? Ты видишь, кто там остался? Сосуды рявая очко у меня. О, там видим приступило. Так точно, ага. Там надо мной патрон шоу. Смотри, я умираю. Слышишь, это тиммейт быстро. А ты умираешь, это понятно. У меня, короче, знаешь, как это выглядело? У меня, короче, перегорела лампочка, блядь. Я тут же умер, блядь, просто тут же. И противник заспавнился, когда я умер. Не пари! Ингиш-пингиш, рипари! Ингиш-пингиш. Я люблю ингиш-пингиш, я люблю. Это когда разбивают эту вот залупу, в которую смотреть надо. И потом ее репарят. А ее игра не ищет. Ох, вообще. А нахуй игра вообще тебе нужна? Дай угадаю, она сейчас найдется? Секунд 30. Там, блядь, как залупился вообще. Самое смешное, что в этот момент я смотрел вообще браузер. То есть у меня танки были свернуты. Прикол, да? А чё это херня такая непробиваемая? Всё, заебись. Хера там тень летает, там тень. Он на меня смотрит. Смотри, тут тень летает. Смотри, смотри, около меня тень летает, смотри. Похую, похую. Сука! Никак. Это хули, блядь, за тень летает? Там, там, ба, да, там, да, да, ба.